Друзья, в очередной раз приветствую вас на своем канале «Бабки рулят». Сегодня я хочу поговорить о том, почему в 2020 году, либо если вы смотрите это видео позже, нужно начинать зарабатывать в интернете. Во-первых, нужно понимать, что бизнес с каждым днем развивается и переходит из офлайна в онлайн. И если, к примеру, 10 лет назад еще было достаточно мало различных площадок, различных бизнесов в интернете, то сейчас, спустя 10 лет, в 2020 году, мы видим, что очень-очень много способов в интернете, как можно заработать. По своему опыту могу сказать, что еще 5 лет назад не было столько различных способов заработков в интернете. Если взять, к примеру, те же социальные сети, ВКонтакте, YouTube, Instagram и так далее. Раньше они воспринимались как обычные соцсети, в которых можно общаться с друзьями, смотреть фотографии, картинки, видео и так далее. То есть для развлечений. Сейчас же это все монетизируется. К примеру, в 2015-16 годах я заводил YouTube каналы, они были тематические. И через какое-то время данная тематика она стала неактуальна, и эти каналы были благополучно забыты и заброшены. На тот момент монетизация YouTube, если мне память не изменяет, начиналась после 10 тысяч просмотров, то есть не нужно было иметь 1000 подписчиков и 4000 часов. А 10 тысяч просмотров набирались очень быстро. К примеру, сейчас в 2020 году 10 тысяч просмотров можно набрать, наверное, за месяц, за два, за три. То в 2015-16 годах даже с очень плохой оптимизацией, без превью, без описания, эти просмотры набирались намного быстрее. Давайте я покажу свой личный кабинет AdSense, там указаны даты, указано сколько заработано и так далее. Итак, друзья, теперь мы находимся в личном кабинете Google AdSense. И здесь мы видим, что у меня $30 на моем счету. Давайте обновим страницу. Все, деньги у нас на месте. И также, если вы очень наблюдательны, то вы заметили, что за последнее время все здесь по нулям, а на балансе $30. То есть они были заработаны давно. Итак, давайте посмотрим, сколько и когда и за что нам было заплачено. Так, далее переходим в просмотр сведений о транзакциях. И здесь выбираем за все время. И как мы видим, сумма $30.43, она не менялась очень давно. То есть смотрим уже вот 18-17 год. Так, листаем дальше. Вот даже декабрь 16-го. То есть уже 4,5 года, да, получается. Так, давайте пролистаем в самое начало. Август 15-го года. Было 0 центов. И как мы видим, что монетизация была подключена на старом YouTube канале в августе 2015 года. За первый месяц она принесла целых 5 центов. Можно открыть и посмотреть доходы YouTube. Далее, следующий месяц, октябрь, уже чуть-чуть побольше. И мы здесь также видим, что это доходы YouTube. Что самое интересное, на старом YouTube канале было выложено, наверное, 7 или 8 роликов. Причем качество, если честно, было достаточно отвратительное. Но как мы видим, данные ролики монетизировались и принесли со временем даже какую-то копеечку. То есть $30 по нынешнему курсу 70 рублей на 2020 год, это у нас около 2000 рублей. И насколько я помню, ролики я выгружал буквально в течение одного или двух месяцев. И у меня в личном кабинете висела сумма, по-моему, в районе 10 или 12 центов. После этого тема тоже стала неактуальна и каналы были заброшены. И далее мы видим, что данные ролики, они сами собирали просмотры и какая-то копеечка тут капала. То есть с августа 15 по май 16 года. Далее я уже плохо помню, но по-моему я эти ролики то ли удалил, то ли скрыл из общего доступа. И возможно поэтому данные ролики больше не монетизировались. Ну а потом в 2018 году условия для YouTube изменились. И для того, чтобы монетизировать канал, нужно уже набирать 4000 часов просмотров и 1000 подписчиков. Ну и, друзья, не стоит забывать, что в 2015 году доллар у нас стоил, по-моему, в районе 30 рублей.
Ну и также, друзья, не стоит забывать, что с каждым днем, с каждым годом все больше и больше людей смотрят видео. То есть, если раньше были популярны обычные сайты, люди заходили и искали в Гугле какую-то информацию, и после этого они переходили на данные сайты, данные форумы и черпали информацию оттуда, то теперь все меняется, и теперь люди ищут информацию обычно в видеоформате. Будь то это развлекательное с какими-то котиками, либо собачками, либо обучающая, либо познавательная информация. Так как визуальная информация, она воспринимается лучше. И, кстати, сейчас смотрю, у меня канал был зарегистрирован в августе 2015 года, а письмо от Гугла пришло в начале января 2016. Так что, друзья, нужно обязательно развивать свои социальные сети, ВКонтакт, Телеграм, Инстаграм. Обязательно нужно заводить YouTube канал, даже если вы не собираетесь выкладывать там супер какой-то крутой контент ежедневно. Как вы видите, все очень сильно развивается, и теперь можно монетизировать практически все, что угодно. Надеюсь, друзья, данное видео было интересное, полезное, поэтому ставьте лайки, пишите ваши мысли. Ну а также смотрите мои другие видеоролики, здесь тоже очень много полезной информации. Я надеюсь, что каждый из вас найдет что-то интересное для себя, ну и соответственно сможет заработать. Ну а я по традиции желаю вам больших заработков, хорошего дня и пока-пока.